У африканского племени зулусов есть одно уникальное по своему значению слово – «савубонна». Это их приветствие, и в буквальном смысле означает следующее. «Я вижу тебя, ты важен для меня, я ценю тебя. Все мое внимание с тобой, и позволь мне обнаружить твои потребности, увидеть твои страхи, понять свои ошибки и принять их. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Ты – часть меня». При этом зулусы очень пристально и доброжелательно смотрят друг другу в глаза. Они считают, что взглядом можно обнять душу другого человека. На такое приветствие, как правило, отвечают «Шикоба». «Я счастлив от того, что вы видите меня». Помимо этого, если человек из общины совершает какой-то неприглядный поступок, его ставят в центр круга, состоящий из числа соседей, друзей, членов семьи, и в течение 2 дней с почтением повторяют «Савубонна, савубонна, савубонна». Этим они напоминают провинившемуся о его добродетелях, хороших качествах и успехах.